Всем привет! Сегодня мы с вами едим роллы. Я съездила за ними в ресторан и сгораю от нетерпения их попробовать. Ну что, давайте начнем. Предлагаю начать вот с этого ролла. Вот так вот он из-за присутствия внутри авокадо. Эти суперширники. Этот ролл с укрём и лососем называется Канада. Но тоже достаточно жирненький и вкусный. Роллы, они более, имеют более насыщенный вкус, то кунганы — это рис, и сверху какой-то вот этот гарнир из рыбы, шапочка из рыбы, либо вот как закрытый топик.